Все мы, дорогие братья и сестры, слышали сейчас послание патриарха Московского всея Руси и нашего правящего архиерея епископа Кирилла Сергиево-Посадского и Дмитровского. И сказаны важные слова. Праздник праздников – это торжество и торжеств. Как мы долго шли этот Великий пост, но как быстро он прошел для нас. И вот наступило светлое Христово воскресенье, где мы уже не чувствуем ни усталости, а чувствуем радость на душе. Чувствуем, да, и понимаем, как важен для нас сегодняшний день. Пасха Христова. В очередной раз мы ее встречаем, радуемся, друг другу поздравляем, говорим: «Христос воскресе!» Христос воскресе! Христос воскресе! Эту радость мы должны нести, я думаю, не только выйдя из храма и дойдя до дома, но прожить эту радость, все вот это попраздновство, которое будет у нас идти 40 дней, и идти дальше с этой радостью. Ведь Христос, как мы вспомним Страстной Седмицей, принял распятие за нас, пострадал за нас, а мы чем пострадаем за Христа? Давайте в эти дни, да, когда наступило Светлое Христово Воскресение, когда мы причастились святы Христовых таинств, да, ощущаем эту радость, ощущаем Бога в себе, будем эту радость нести не только в себе, но и другим людям. Потому что выйдя из храма, мы видим других людей, не тех, кто с нами стоит в храме, радуется вместе. Да? Давайте эту радость нести именно и другим людям, потому что мы можем привести этих людей в храм, подвести их к таинствам Святой Церкви, может быть, привести уже к какому-то крещению человека, да? То есть привести человека в лоно церкви. И это есть тоже дела веры нашей. Поэтому, празднуя сегодняшний день Светлого Христового Воскресения, радостью, да, я сказал об этом, не должны мы никогда унывать, некогда нам унывать, если только мы, конечно, не ленимся. Вот. А если уж ленимся, ну извините, сам виноват. Вот. Чтобы не было у нас какой-то скорби на душе, ведь еще раз говорю, всегда у нас есть Христос, 24/7. Даже если мы совсем уж одиноки, как нам кажется, нет, Господь с нами. Посмотрите на землю, на травушку, на что угодно, на небо. Птицы летают, жучки ползают. Ну, всякая тварь Божия живет и радуется. Потому что всякая тварь Божия есть дыхание Божие. Поэтому мы, да, нам даны такие возможности, чтобы славить Бога, радоваться воскресению Христа, прославлять святых, да, в такие дни и так далее. Да? А мы все вот устали, нам некогда, нам лень. Так что давайте оставим все наши суетные дела, как это было сказано в послании для святейшего патриарха Кирилла. Оставим ненужные наши вот дела, которые, да, потому что с воскресением Христа наступает у нас Царствие Божие. Даруется нам рай, в котором мы созидаем Христа. И здесь, в этой земной жизни, мы уже созидаем Бога. Не только мы, не просто мы должны ждать, когда нас Господь себе призовет. Нет, здесь мы уже начинаем этот путь, приняв таинство крещения и встречая Светлое Христово Воскресение. Все, мы идем за Христом. Поэтому давайте славить Бога, говорить: «Христос воскресе!» друг другу, да, выйти за пределы этого храма, славить Бога в душе, и чтобы от нас веяло такой вот радостью духовной, потому что когда человек духовно живет, и когда он особенно духовно радуется, по нему видно, что, да, человек радуется воскрешению Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!